Вспомните с детства чувство, когда в руках, как воплощение чуда, держишь долгожданный конверт. Знаком необыкновенный восторг и душевный трепет. Мы, почтовики, призваны дарить эти эмоции людям. Белпочта. 25 лет доставляем радость почтой. Миссия республиканского унитарного предприятия почтовой связи «Белпочта» – это наиболее полное удовлетворение потребностей юридических и физических лиц в услугах почтовой связи. Для этого используется единый производственный комплекс информационных, технических и транспортных средств, обеспечивающий прием, обработку, хранение, перевозку, доставку почтовых отправлений. Республика Беларусь является членом Всемирного почтового союза. Сотрудничество его государств-участников обеспечивает возможность доставки почты в любую точку мира. Белпочта – национальный оператор почтовой связи Республики Беларусь. И этим многое сказано. Услуги в полном объеме доступны в любом населенном пункте, в глубинке и в больших городах. Их можно получить в объектах почтовой связи, на дому или в офисе, вызвав почтового курьера по телефону контакт-центра, либо посредством интернет-портала. Почта – это всегда надежность. Для клиентов – качественные услуги, для работников – стабильность. Ведь люди – это для нас самое ценное богатство. Сегодня, благодаря сплоченной команде профессионалов, сильному корпоративному духу, мы предоставляем клиентам более 60 видов услуг. Почтовые, курьерские, банковские, страховые и другие услуги. Белпочта – это развитие, движение вперед, скорость, внедрение новых технологий и совершенствование услуг. И признание этим изменений – наши многочисленные награды и сертификаты. А от клиентов – благодарность. Более 350 лет назад в Минске был создан первый почтовый ям. Его штат состоял из старосты, трех ямщиков и трех троек лошадей. Сегодня новый день для Белпочты начинается с выхода на работу более 20 тысяч сотрудников. На дороге страны выезжает более 1500 автомобилей, открыты двери более 3000 объектов почтовой связи. И все для того, чтобы в стране и мире бизнес, личное и деловое общение продолжались, крепли, росли. Одна из важнейших профессий – почтальон. Она необыкновенная. Ведь почтальон, когда приходит в дом, он приносит не только письма, а новости, возможность пообщаться, приобрести товар, оплатить услуги. Для людей он часто как связующее звено с внешним миром. Каждый мой день наполнен живым общением с людьми. С почтой я знакома уже давно, потому что моя мама здесь работает оператором доставки. Я приходила сюда в гости, была знакома с начальством. И когда нужен был работник, а мне нужна была работа, я решила, что ну почему бы не попробовать себя в этом. Вот, и мне действительно понравилось. Ежегодно предприятия проводят конкурсы профессионального мастерства, в которых участвуют лучшие из лучших. Руководители объектов почтовой связи, операторы, почтальоны, водители-курьеры. Золотой фонд Рубелпочта. Я работаю оператором связи более 3 лет. Предлагаю клиентам выбрать оптимальный вариант доставки, например, самый быстрый и удобный – ускоренная почта ЕМС по принципу «сегодня на завтра» с вручением на дому. Отправление ускоренной почты ЕМС «Белпост» в упаковке с изображениями достопримечательностей Беларуси пересылается по всему миру, рассказывая о ее архитектурных ценностях жителям других стран. У нас в отделении сплоченный коллектив, который состоит из прекрасной половины человечества. На работе я чувствую себя нужной, люблю, когда клиенты довольны и благодарят за нашу работу. Сегодня одними из основных конкурентных преимуществ предприятия является применение в работе современных технических средств,
использование передовых решений в области информационных технологий, развитая транспортно-логистическая инфраструктура. Стремительное развитие информационных технологий в современном мире представляет стратегию развития нашего предприятия на долгосрочную перспективу. Цифровая трансформация современного общества ставит перед нами новые задачи, которые направлены в первую очередь на создание новых сервисов и удовлетворение запросов наших клиентов. С целью расширения номенклатуры, представляемых нашим клиентам электронных почтовых услуг, обеспечения пересылки почтовых отправлений в электронном виде с приданием им статуса юридической значимости факта отправки и вручения, на предприятии создается национальная почтовая электронная система. В целях повышения качества и скорости обработки почты на предприятии развиваются технологии по обработке физических потоков почтовых отправлений. Сегодня установлено современное письмосортировочное оборудование. В планах развития парка оборудования по сортировке посылок. Эти преимущества позволяют достигать нам высоких качественных результатов в представлении почтовых услуг нашим клиентам. Информационно-технологическая сеть компании включает в себя порядка 6 тысяч полнофункциональных рабочих мест в объектах почтовой связи, оснащенных программно-аппаратным комплексом, который позволяет оказывать услуги клиентам в режиме онлайн. Развитая сеть из 900 платежно-справочных терминалов обеспечивает удобный сервис в формате самообслуживания. Ежегодно компания участвует в международном специализированном форуме по телекоммуникациям, информационным и банковским технологиям ТИБА, где демонстрируют достижения в области оказания услуг на базе информационных технологий и цифровизации бизнес-процессов. В каждом городе и глубинке есть наши объекты, в их числе и обладающие историко-культурной ценностью. Поэтому, с одной стороны, проводим текущие капитальные ремонты, которые затрагивают не просто обновление инженерных сетей зданий и сооружений, а сохранение достопримечательности целого населенного пункта. Например, объекты почтовой связи в Бресте, Гомеле, Пинске и других. С другой стороны, с развитием инфраструктуры есть потребность и в новых отделениях. Так недавно ввели отделение в индустриальном парке «Великий Камень» и жилом комплексе «Маяк Минск». Показателей, на которые ориентируемся, много. Главное, чтобы новый формат отделений почтовой связи предусмотрел все для удобства посетителей и благоприятные условия труда работников. От проекта и ремонта до технической начинки. Также хотелось бы отметить, что людей на предприятии объединяет работа на командный результат, инициативность, особое взаимопонимание, слаженность. Есть задача, каждый высказывает свое видение, решения принимаем взвешенные. Белпочта – это всегда движение вперед. Многолетняя успешная деятельность по предоставлению услуг на почтовом рынке, совершенствование процессов и тарифной политики позволили Белпочте завоевать доверие более чем 50 тысяч постоянных корпоративных клиентов, которые ежедневно пользуются самой масштабной почтовой сетью страны и высоко ценят достоинство ее бизнес-предложений. Понимая потребности юридических лиц, компания организует в специальных центрах «Бизнес-почта» их индивидуальное комплексное обслуживание. Популярностью пользуется интернет-магазин «ShopBelpost.by». Сегодня на его площадке размещено более 14 тысяч наименований продукции от 330 производителей. Доставка товаров осуществляется по Беларуси и за ее пределы.
Кроме продвижения собственного интернет-магазина, Белпочта способствует развитию интернет-торговли в стране. Так, в интересах своих партнеров и их клиентов компания предлагает пакеты услуг e-commerce с различными вариантами доставки – от элитных – дверь-дверь до бюджетных – отделение-отделение. Отработанная схема транспортной логистики позволяет оказывать услуги по принципу «сегодня на завтра». Когда доставляешь почту физлицам, они радуются и благодарят нас за нашу работу. Мои клиенты – это крупные фирмы, предприятия, организации, страховые компании, мобильные операторы. Кроме того, услугами пользуются интернет-магазины, которые с нашей помощью доставляют заказы клиентам. Курьеру важно работать четко, уверенно, быть вежливым, приветливым. Мало быть хорошим водителем, нужно уметь контактировать с людьми. Заботясь о своих клиентах, Белпочта постоянно проводит акции с приятными бонусами на пересылку почтовых отправлений. Для учащихся страны в рамках акции «Почтовая грамотность» организуются мастер-классы по адресованию отправлений. Открытки ребят-участников, подписанные на мастер-классе в адрес близких, Белпочта доставляет по республике бесплатно. Тысячи клиентов присоединились к благотворительной акции «Подари ребенку радость» и оформили подписку на детские газеты и журналы в адрес приютов, детских домов и других учреждений. Более 10 лет я занимаюсь посткроссингом. Спасибо Белпочте за то, что она выпускает такие замечательные карточки, которые, разлетаясь по всему свету, рассказывают про нашу республику. Моя коллекция пополняется постоянно. Вот совсем недавно я получила карточку с островного государства Фиджи, которая находится в Тихом океане. И эта карточка проделала путь в расстоянии более 15 тысяч километров. Я нашла друзей по переписке из Германии, из Италии. Очень здорово, что Белпочта каждый квартал радует своих клиентов-посткроссеров скидками на пересылку карточек. История белорусской филателии началась 20 марта 1992 года с издания первой почтовой миниатюры «Крест Ефросинии Полоцкой». На сегодняшний день в обращении введено более 1350 почтовых марок, которые разлетаются по всему миру, перенося с собой выразительный рассказ о Беларуси. Что такое тепло и преданность работе у почтовиков, я знаю с детства. Моя мама более 40 лет проработала на почте. И я, можно сказать, дитя посылок. Меняется уровень жизни, содержимое отправлений и заказы уже с помощью интернет-ресурсов. А посылки идут и идут и будут идти. И почтовики Беларуси – это как семья, где каждому не безразлично и общее дело. И те, кто рядом. Профсоюз, конечно, живет заботами своих работников. Мы участвуем во многих вопросах, вплоть до выбора спецодежды для работников и спецобуви. И с гордостью скажу, что все годы условия труда на Белпочте только улучшаются. Традиции руководства и профсоюзной организации – это забота о работниках, обеспечение охраны труда. У нас на предприятии работает замечательная база отдыха «Дружба». Ей в прошлом году было 40 лет. Белпочта заботится о детях своих сотрудников. В июне 2020 года на базе отдыха «Дружба» открылся детский оздоровительный лагерь, где каждое лето мальчишки и девчонки могут весело используя отдохнуть, укрепить здоровье в живописном, экологически чистом месте Минского района, вблизи водохранилища «Вяча». Мы чествуем ветеранов нашего труда и ветеранов Великой Отечественной войны, которых у нас, к сожалению, осталось не так много. Проводим профессиональные праздники и конкурсы, художественные конкурсы, брейринги, экскурсии, рыбалки, турслеты, спортивные мероприятия. Почтовые работники Беларуси – это настоящие, талантливые, замечательные люди. Я рада, что работаю тут. Большое счастье, когда служишь людям, их доброму делу, когда пользу приносим все вместе.
Значимым событием для нашей компании по итогам 2019 года стало перемещение в рейтинге Всемирного почтового союза с 32 на 21 место среди 192 стран мира. Впереди много еще планов, задач, событий, амбициозных целей, но мы вместе, а значит, нам все по плечу. Вместе мы связываем не просто города и поселки, а порой и сердца и судьбы. Мы вкладываем в свое дело душу, чтобы нести радость людям, чтобы помогать их успеху. Ведь Белпочта – это доброжелательные, внимательные люди, добрый, отзывчивый коллектив. В юбилейные дни я им адресую слова огромной благодарности за эту сплоченность, за ежедневную самоотдачу, за ежедневный кропотливый труд. Уважаемые коллеги, ветераны нашего предприятия, партнеры и клиенты, я поздравляю вас с юбилеем Белпочты. Желаю всем оптимизма, неиссякаемой жизненной энергии, крепкого здоровья, позитива, благополучия и процветания. Белпочта. 25 лет доставляем радость почтой.